Андрей, с победой, очень эмоциональный матч. Твой комментарий по сегодняшней игре. Спасибо большое. Хочется поздравить весь город Гомель. Я знаю, что это, как говорят, полесское дерби. Вот, рады, что победили. Поздравляю всех болельщиков. Мы старались принести победу на домашнем стадионе. Вот, поэтому всех с победой. Расскажи про свой гол, как так получилось? Ну, как получилось? Я, когда выходил на замену, тренерский штаб подсказал, что надо забить, еще есть время, то есть помогать немного в обороне и стараться поддерживать атаки. Вот. Я скажу так, что не я один, можно сказать, забил этот гол, забила команда. Вот, Хуркан тоже молодец, отдал пас голевой. Поэтому все, там, так сказать, поздравления это всей команде за этот гол. Команда не выигрывала, была продолжительная серия без побед. Как сильно это сказывалось на эмоциональном фоне и как эта победа придаст уверенности на дальнейшие планы? Ну, как в любой команде, мне кажется, есть и удачные серии, и плохие серии. Но мы рады, что мы выбрались из нее. Надеемся, что будут дальше только победы. Мы стараемся каждый день, каждую тренировку. Вот. Поэтому будем прикладывать все усилия, чтобы эта серия продлевалась как можно дольше.